Чтобы достичь поставленной цели, надо упорно работать и не поддаваться сложностям, убежден Анатолий Рахта, начальник пожарной аварийно-спасательной части номер 4 Брестского ГУЧС. Его успехи в спорте – результат тяжелых тренировок и огромного желания ставить новые рекорды. В профессии мужчина почти 18 лет. Все это время физическая подготовка была неотъемлемой частью его жизни. Впервые свои силы Анатолий Рахта попробовал на соревнованиях в 2000-м. Хороший результат простимулировал последующим выступлением. Сегодня у мужчины за плечами множество наград, однако самая главная медаль для спасателя – за победу на недавно прошедшем республиканском чемпионате по гиревому спорту. Продолжать двигаться в том же направлении, так говорит о планах Анатолий Рахта. Профессия обязывает и для здоровья большой плюс. Хороший спасатель не может быть не физически развит. Это просто одно без другого никак. Пускай он не добивается там где-то спортивных, но он физически должен быть выносливым, прежде всего. Физически выносливый. Кстати, гири очень вырабатывают эту физическую выносливость. Мышление, здесь все не только просто здоровье. Кажется, там и худенький, но работаю. То есть работают и, одним словом, и мозги, работают руки, работают все это в комплекте. Призовое место с республиканского чемпионата по гиревому спорту привез и Сергей Марчук. Активные тренировки, тяжелые нагрузки. Цель – такая формула успеха брестского спасателя. Занимаюсь с 2009 года. Непрофессионально, но много времени уделяю перед подготовкой к соревнованиям. Но это неожиданно, это скорее закономерный результат. То есть в процессе у нас такая команда сформировалась, что все готовятся, ребята. Все надеялись на результат, поэтому скорее это не неожиданность. Участие в спортивных состязаниях для Сергея тоже не в новинку. Служебное многоборье, легкая атлетика, бег, плавание. И это далеко не все, в чем пробовал себя брестский спасатель за 8 лет работы в МЧС. Преуспел во многих видах спорта. Считает, что хорошая физическая подготовка должна быть главной целью спасателя. Спорт среди работников МЧС стремительно развивается, отмечают брестские огнеборцы. И этот факт налицо. Ежегодно спасатели пополняют копилку достижений структуры новыми наградами. Будь то рукопашный бой, гиревой спорт, плавание, футбол. Звание чемпионов на республиканских стартах уже с начала этого года завоевали несколько работников службы дня и ночи. В 2015-м городской отдел по чрезвычайным ситуациям занял призовое место в республике по физической подготовке кадров. В стремлении быть первыми брестские спасатели лишний раз доказывают, что они достойны носить гордое звание. В том, что эти успехи будут приумножаться в будущем, сомнений нет. Работники МЧС – это достаточно спортивные и развитые в физическом отношении люди. И отбор работников в структуру и подразделения органов по чрезвычайным ситуациям и в службе, и прием на службу, всегда большое внимание уделяется физическому развитию и спорту. В том числе и спорту при прохождении службы. Ну, конечно, для того, чтобы достичь таких результатов, как Рахта, да, конечно, нужно заниматься и свободное от несения службы время. Что он и делает. Это его хобби, это его увлечение. Ему это очень нравится. И, конечно, он приносит такие вот результаты. София Бережная, Дмитрий Хруч, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.